Четвертый заезд. Сегодня около касс посетители ипподрома могли увидеть вот такое объявление. Кто-то подумал, что попал в крутое место, где все как в Европе, чисто, красиво, празднично. Все-таки не так много мест в Москве, где требуется дресс-код. Но мы-то знаем, какое их ждало разочарование. Все те же поломанные перила, обшарпанные скамейки, некрашенные стены. На ипподроме есть одна важная особенность. Кассы тотализатора находятся внизу. И зрителям верхней трибуны приходится перед каждым заездом спускаться по лестнице вниз, чтобы сделать ставку, и потом подниматься. Вот эта лестница. Вот мы сейчас на верхнем этаже и заходим на лестницу. Ну, вы видите, какие тут стены, как тут все это запущено. Вот. И сейчас мы будем спускаться. Значит, лестница не освещается. В принципе, тут предусмотрены лампы, но они просто не работают. Вот вы сейчас увидите эти лампы, которые... Вот видите, просто их не поставили новые хорошие лампы. Вот, продолжаем спускаться. Нам удалось здесь не сломать ногу в темноте. Вот стены вы видите замечательные. Опять же, отсутствие ламп.
общем, я буду удивлен, если до осени здесь никто из посетителей не сломает ногу на этой лестнице. Это вот зал тотализатора. А это награждение победителя Варыгина. Я поздравляю его. Он сегодня выиграл 2 заезда, 2 приза. Честь не строителей. Вот вы видите, как проходит это награждение. Весь этот антураж. Все это ужасная ковровая дорожка зеленая. Это сцена. Вообще ни на одном ипподроме мира вот награждение победителей не происходит на сцене. Всегда это бывает на дорожке. То есть такой махровый совок. Вот. На трибуне. Татьяна Владимировна Моисеева. Каждый день новый наряд. Татьяна Владимировна, может быть, пока повременить с гламуром? Отремонтировать ипподром, сделать его приличным местом. А то получается, как в русской пословице, без штанов, а в шляпе. Ну, в шляпке, в смысле. 7-й заезд. На третьем месте Ходкин, на четвертом месте Чебанчик, на пятом